Prepare to fight. Yeah, boy. Блять, ну... Мерка. Взял турельку, блять. Ждем. Это ж пиздец, ну ёбаный насрал, блять, а? Ёб твою мать. Там же бабуль, блядь. О! Вот это мне отдайте. Да ёб твою мать. О. Украина. Миниганчика, гранатки кидать можно. Да, в принципе, и так устраивает. Там ведро летает. Ну, какое-то, блядь, оно это... Маниакально-депрессивное, блядь, оно вылететь не может, что ли? А фиг ли ты от ведра-то хочешь? Оно же всего лишь ведро. Так, Хьюстон, у нас проблемы. Кошка турельку поставь. Да, ему так сойдет. Да не придет. Давай, петух, блядь. Кто кого? Покажи класс. Ты. Ебать. Не, вот только вот так не надо. Бой! Хуй пизда джигурда. Черепушка. Ебац! Дай мне забрать. А то с 500 хп. Я понял, понял. О, блядь, 500 хп. Пичу хп. Блять! Так, стоп, стоп, блять. Я поставил. Заходи быстрей. Ну, нахуй, блядь. Чё, всё что ли? Было 500 хп и нет 500 хп. Ну, если бы кто-то, блядь, не рвался бы вперед. А вспомнил, что нас тут чуть в жопу уже не выебали только один раз. О! Ну хуй с тобой, забирай, блядь. Вот здесь вот невидимый ключ, блядь. Вот мне так нравится это. Вот здесь вот. Здесь ключ лежит, блядь, вот здесь вот. Но его нету, блядь. Обожаю такие приколы. Да ебаш там. Дерьма кусок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо ты. Там, блядь, слышь, осторожней.
пошел нахуй, блядь. Блядь! Надо было тень отдавать. Грен нет, что ли? А. Пухнет пюрешка. Будет котлетка. Будет отбивная прожаренная уже, блядь. Из натовских войск. Бля, вот сейчас испугался, думал, у тебя пюрешка попал. Попадать даже не надо. Норм. Вот это я понимаю, дроп. Не, у тебя турельку поставить. Лучше разрывную пердоганную, она, блядь, такая. Больше всех товарищей агрит. Ты должен на дверь попытаться открыть. Да. Семёныч, только я сегодня вспоминал о нем, что его нету нихуя. Ты впритык не кидай, гренами не прокинешь.
Я там, по-моему, это... Или мне кажется, или... Или... А, не, не кажется. Арабская ночь. О, дивный джихад. Я и моя верная турель, Синий мой самый любимый цвет. Не овен, а синие паладины. Надо паладины в какой-нибудь другой перекрасить, в черненький там. Оранжево-зелененький, как Харбингер любит. Ну, паладина, благо, никто не перекрашивал, он так изначально был такого пидорского цвета. Еще за снег, кстати, давно синие руны не наблюдал. Не знаю, может, не везет, но встречал их довольно часто. Вот этих товарищей. Ебать, он там вылезти даже походу не может.
Козырь в конце получается. Поднял жиробаса, чтобы им прикрыться, короче, все правильно сделал. Что за... Какой козел? В смысле? Ну вот этот. Вы сзади тебя резнулся, ты его убил уже. Свободно, чувствуется, говнище попрет со всех сторон. Да хуй его знает, сейчас может опять, блядь, что-нибудь лаганет. Ты чё так пересрался-то, они выходят только после там, к сфере подойдешь или что-то такое. Илюша, что ли? Сейчас посмотрю. Необычный. Просто резво носится там. Да ёб твою мать. Си жи хат Аллах Гбар. Ей ты. Ты чё за комната, блять? Блять, у меня только один щиток. Тебе в угол встань тогда и не закрывайся. Ты его, блядь, поставил ни туда, ни сюда, ебать. Ладно, подожду, пока он вырубится, и поставлю сюда тогда. Лол, ты чё, блядь, там делаешь? Прожал всё, что ли? Сокис. Да хуй его знает. Ай, блядь. Ахуя не руна.
Осталось пару мобов наверху. Не поднялись, что ли? Опять, короче, карту наебнули. Крюком наверх заберись. Во-первых, хули делают. И на вторую. Вперед, бравый воин! Ёбаная. Чё, засал кнопочки нажимать? Блять! Чего? Ура! Мне показалось, это Лёша был. Походу.